Спасибо, Лариса. Значит, коллеги, в чем состоит естественная сложность моего положения? Вот как помните, может быть, вы у Евгения Шварца в «Голом короле», там был такой специалист по родословным, которого я пригласил, этот самый король, значит, чтобы придумать ему генеалогию. И он говорит, ну давайте, значит, вот рассказывайте, от кого я произошел, и тот начинает. Когда Адам, да, останавливает, нет, так далеко не надо, да, значит, давайте как-нибудь ближе к делу, да. Вот я нахожусь примерно в этом же положении, потому что любой разговор про современное что-нибудь, да, требует от нас сперва разобраться, где же начинается эта современность, то есть с какого Адама мы этот разговор начинаем. Обычно в аудитории, так сказать, более или менее посторонней и неподготовленной, я начинаю этот разговор с Адама образца примерно 1956 года, то есть с того момента, когда в советской культурной ситуации возникла неофициальная литература. Не то, чтобы ее прежде совсем не было, но тот способ, в котором существовало неофициальное, неподконтрольное государству русское письмо в 30-е и 40-е годы, был совершенно другой, потому что за это неофициальное письмо можно было лишиться головы. Совершенно прямом и недвусмысленном виде. Поэтому это неофициальное письмо было заховано так глубоко, что и по сю пору как бы, в значительной своей части не открыто. Вот замечательный поэт и мой друг, и автор вот этой книжки «Высшего моего издательства» Полина Борскова в другой своей ипостаси, в ипостаси ученого и исследователя, занимается поэзией ленинградской блокады и подготовила вышедшую полтора или два года назад небольшую антологию блокадной поэзии. И сейчас вот выходит еще там разные, ну, много не занимается, там большой материал, но эта вот антология небольшая, там 5 авторов, вышла она, что характерно, в Нью-Йорке. И она состоит из текстов, которые, значит, вот считайте, с ленинградской блокады, это сколько? Это 75 лет. Вот почти 75 лет эти тексты были или вообще неизвестны и не опубликованы, или известны, так сказать, там, кругу людей, исчисляемому по пальцам рук. Там вот центральный персонаж этой антологии такой был, человек по имени Геннадий Гор, который в довоенной юности своей притусовывался, так сказать, к кругу абериутов, к кругу Хармса и Веденского. Ну так, как в роли, так сказать, юного мальчика где-то на периферии вот этой компании, да, в послевоенные годы превратился в достаточно успешного, популярного и признанного прозаика, писателя-фантаста. А что он делал в 1942 году, никто не знал. И эта тетрадь у него после войны, он дожил до 80 какого-то года, 40 лет пролежала в столе, он ее никому не показывал. И потом еще наследники 20 лет никому не показывали. Значит, вот так это было в 30-е и 40-е годы. Начиная с конца 50-х, уже по-другому. И тут началась совершенно другая игра. И я долго говорил и писал о том, что вот как бы в этом моменте берет свое начало то, что с русской поэзией сегодня происходит. Сейчас уже, так сказать, надо понять, не пора ли пересматривать этот тезис. И сейчас я в двух словах пытаюсь объяснить, почему. Значит, в каком смысле вот этот рубеж 50-х, 60-х
точкой отсчета. В том смысле, что советская культура, в принципе, строилась по сюжету гомогенизации. То есть предполагалось, грубо говоря, что все должны сочинять примерно одно и то же. Это, конечно, так сказать, некоторая генерализация, да, и если посвятить свою жизнь сравнению Сафронова и Симонова, то, безусловно, можно найти определенные различия. Но с высоты птичьего полета различия эти совершенно несущественные и не видны микроскопом. То есть, как сказать, идеологические различия определенные есть. А эстетические, значит, практически не существуют. Дальше, разумеется, начали находиться люди, которые в рамках вот этого, этой ситуации дозволенного пытались построить какую-то собственную траекторию, не мешавшую им оставаться самими собой и как-то, значит, решать какие-то собственные эстетические задачи. И есть какой-то не очень длинный список людей, у которых это в той или иной мере получилось. Но он не меняет общей картины, да, что вот можно было от сих до сих, и общая идея государственного руководства культурой состояла в том, чтобы вот на этом поле не существовало никаких существенных различий. И понятно почему, потому что задача искусства и культуры понималась в рамках советской идеологии как прикладная. А прикладная задача, так сказать, она решается каким-то одним простым способом. Да? Вот, надо забить гвоздь, мы берем молоток. Нам не нужно для этого, так сказать, 35 различных инструментов. Неофициальная культура, начавшая возникать во второй половине 50-х годов, строилась по прямо противоположному принципу. Почему? Ровно по причине своей неофициальности. Там был очень небольшой период, закончившийся, по-видимому, с делом Бродского, да, то есть, ну, где-то в районе 63-го года, когда у молодых людей были определенные иллюзии о том, что они сейчас включатся как бы в официально разрешенный культурный процесс и займут им какие-то места. Потом быстро стало понятно, что этот фокус не пройдет без полного отказа от собственной индивидуальности. И дальше, без доступа к печатному станку, значит, и прочим ресурсам массового распространения творческого продукта, значит, все эти люди стали существовать в режиме кружков. А кружок, совершенно понятно, он как устроен, да, он не может быть очень большим. Да, то есть кружков было много. Они друг с другом известным образом коммуницировали. Чем дальше, тем интенсивнее. И к концу 70-х годов сформировали, в общем-то, довольно разветвленное и целостное пространство единой неподцензурной русской литературы. Материализацией чего, то есть вот манифестация этого единства, стало учреждение премии Андрея Белого в 78-м году, как высшая награда вот этой неподцензурной литературы. Но, тем не менее, в каждом из этих кружков были свои собственные авторитеты, свои собственные арбитрии элегантиаров, свои собственные правила игры, свои собственные представления о том, как писать нужно, как писать не следует. Благодаря чему вот эта неподцензурная литература в гораздо большей степени представляла собой вот такое лоскутное одеяло из участков с совершенно разными эстетическими и культурными ориентирами. И это был в некотором роде гораздо более продуктивный подход, ну, сказать, по многим причинам. Да? Вот это можно связать дальше с вопросом о том, что такое постмодерн и постмодерная парадигма культуры, да? То есть,
почему представление о том, что вот есть какой-то один правильный способ писать стихи или писать музыку, или ставить спектакли, это представление больше не работает, независимо от того, о каком именно способе мы говорим. То есть сама идея о том, что есть правильный способ, перестала быть правильной, да? То есть тут вот эта самая кружковая культура, да, она попала по стечению обстоятельств очень точно в нерв мировой культурной проблематики, да, отказа от единого принципа, ну, от большого стиля, от того, что по-другому поводу философ Леотар называет метанарративом, да, то есть это вот такой универсальный совершенно процесс, он не только в литературе, даже не только в искусстве происходил в этот период. Дальше случилась перестройка и конец Советского Союза, и конец советской культуры в том виде, в каком она существовала. Ну, этот конец, как мы видим сейчас, оказался не вполне концом, да, то есть она в виде зомби продолжает существовать так или иначе, и когда мы видим какой-нибудь съезд какого-нибудь союза российских писателей, их много, разница между ними несущественная, то это, конечно, в чистом виде, значит, собрание зомби, обсуждающих свои специфические проблемы. Но все-таки, значит, сейчас мы представляем дело так, что это некоторое периферийное явление, независимо от того, в какой мере оно может занимать, там, может привлекать медийное внимание. Да? И тут возникла парадоксальная ситуация, потому что, с одной стороны, вот на рубеже 80-90-х годов очень быстро основные институции через которые происходило предъявление текущей литературы и массовому зрителю, и самому профессиональному сообществу. Ну, то есть толстые журналы, основные издательства, значит, какие-то премиальные проекты. Очень быстро, они почти полностью, особенно сказалось поэзии, спроведено, что было сложнее, заполнились авторами, генетически происходящими из этого пространства неподцензурной и неофициальной словесной. То есть, казалось бы, вот этот как байвер перевернулся, и теперь, значит, на авансцене находятся те, кто до этого, значит, 30 лет просидели в дворницких и котельных. Но это не совсем полное описание картины, да? Не полное описание того, что произошло. Произошедшее было сложнее, потому что у рычагов вот этого процесса оставались на уровне, например, редакторов этого журнала, да, на уровне ведущих критиков, люди, воспитанные внутри советского субполя русской культуры. Понятие субполя социологии культуры Буртье ввел немножко как бы по другому поводу, да, он говорит о субполях массовой культуры и, ну, скажем, культуры высокой. И, конечно, применять это понятие к советской ситуации можно с некоторыми оговорками только, но мы сейчас не будем вдаваться в эти нюансы, да, а там в целом примерно понятно, о чем здесь идет речь. И получилось, что вот этот перенос того, что было наработано на протяжении трех десятилетий неофициальной культуры в пространство более широкой доступности, сопровождался значительными искажениями сложившейся картины. И это совсем не обязательно было
как бы следствием чьей-то злой воли, да, или даже некомпетентности, хотя компетентности, как бы взяться, было особо неоткуда. А просто выяснилось, что, ну как, ну вот есть вещи в этой самой неподцензурной культуре, которые, скажем, похожи до некоторой степени на то, к чему люди привыкли. А есть вещи, которые не похожи совсем. И пока они сосуществовали в соседних кружках котельных и кухонь, да, динамика их отношений была совсем другая. А когда, значит, выяснилось, что это может публиковаться тысячными тиражами, то быстро выяснилось, что опубликовать этими тиражами Бродского и опубликовать этими тиражами Геннадия Айги или Всеволода Некрасова — это совсем не одно и то же. Потому что про Бродского при всех, так сказать, имеющихся сложностях, особенно с поздними текстами, это совсем не такая, понятное дело, легкое для восприятия поэзия. Но все-таки можно объяснить, что оно вот до некоторой степени, да, ну как бы вот если кто-то, допустим, Ахматову читал, да, то ну как-то вроде оно вот из той же оперы, да? А объяснить это про или Некрасова, или про Михаила Еремина, это задача совершенно другого порядка. То есть вплоть до того, что на протяжении, особенно это вот такая была модная тема на рубеже 90-х нулевых, когда выходили критики, говорили, что ну вот смотри, давайте положим рядом вот это и вот это, с ничего общего же нет. Давайте мы честно признаемся, что это просто какие-то разные искусства, да, значит, как бы они просто случайно совпали в слове поэзия. Значит, а давайте мы их просто разделим, и пусть они, значит, вот это, эти идут туда, а эти идут сюда. Причем, как бы по любому признаку, да, были люди, которые объясняли, что давайте мы верлибр отделим, и пусть он как-то, значит, в другом месте существует. Причем, как бы, не желая ничего плохого, из лучших побуждений, да, просто чтобы народ не путался. То есть представление о том, что здоровое культурное пространство диверсифицировано, что как раз мерой успешности сегодняшней культуры является ее разнообразие и непохожесть. Вот этого представления удивительным образом не было, ну, знаешь, ни у кого, ну, почти ни у кого из людей, стоявших у руля культурных процессов, и в постсоветскую эпоху тоже. Значит, на этом фоне сперва, то есть в 90-е, возник новый феномен, к которому, так сказать, действительно я приложил отчасти руку. Да, это новое поколение, поколение 90-х, которое было устроено иначе, то есть способом не похожим ни на своих советских старших товарищей, ни на своих несоветских старших товарищей. Почему? Потому что до тех пор, на протяжении трех десятилетий, всякий молодой человек, всякий молодой автор, входивший в литературу, мог самоопределяться двумя способами, грубо говоря. Да? Или мог попасть в пространство официальной литературы и принимать правила игры, и найти свое место в рамках вот этого единого... кому-то казавшегося большим и широким целым, да, то есть к правым, к либералам, к Твардовскому, к Кочетову, в «Новой мире» или «Наш современник». Да, и там было понятно, как это работает. Или молодой человек мог попасть в один из кружков неподцензурной литературы. И там тоже были некоторые, ну, устоявшиеся правила игры, по крайней мере, для данного кружка. Да, и тут мы тоже понимаем, как это работает, да, что вот есть там неподцензурная политическая группа «Московское время», сложившаяся в середине 70-х, Гандлевский, Цветков, Кенжеев и так далее. И вот она существует там сколько-то лет и сменяется
меняется поколение, приходит новое поколение поэтов в начале 80-х и образуют так называемое молодое московское время. Веденяпин и молодой Дышевский и так далее. То есть понятно, как это произошло. Да? Они попали в орбиту этого кружка, усвоили в какой-то степени его ориентиры, ну, естественно, там своя мера индивидуальности там тоже была, но, так сказать, вот так происходила инициация. Значит, в 90-е годы обе возможности отпали, потому что все смешалось. Да? Все карты были перемешаны на этом столе. Поэтому для поколения 90-х, поколения Вавилона, моментом инициации была именно вот эта ситуация смешанных карт, постоянно меняющегося поля, на котором, тем не менее, надо устоять и найти свое место. То есть, ну вот смотрите, вот это простая история, да, можно себе представить. Вот стоит этот самый 86-й год. Вот ты, значит, ты молодой человек, ты что-то такое сочиняешь. Ты читал, ну, допустим, да, значит, что положено читать поверхностному интеллигентному молодому человеку этого времени, да, Самойлова, Левитанского, Кушнера, что-нибудь такое, да, ну, Серебряный век. Значит, вот выходит первая легальная публикация Бродского. Значит, ты понимаешь, что твое представление о том, как устроена русская поэзия, является фундаментально неполным. Если ты достаточно молод и достаточно, как бы сказать, ответственно подходишь к тому, что ты делаешь, ты чувствуешь себя обязанным переопределить свое место на этой карте. Карта, оказывается, выглядит не так, как ты думаешь. Ну, это занимает, естественно, какое-то время. Проходит несколько месяцев. Ты получаешь следующий номер журнала и обнаруживаешь там первую, опять же, легальную публикацию. Ну, дальше можно поставить еще там какой-то набор имен. Пригова, Елены Шварц, кого угодно. И все повторяется заново. То есть ты существуешь в ситуации перманентной нестабильности. Опять же, в этом нет специфики именно поэзии. Да, значит, в разных других областях культуры. Не говоря уже про повседневную жизнь этого же периода, рубежа 80-90-х, происходило ровно это же. Люди оказывались в ситуации необходимости постоянного переопределения своих координат. Понятно, что для старшего поколения, привыкшего этого не делать, это травма. А для младшего поколения это формативная энергия. Да? То есть она как бы в результате этого навыка формируется совершенно другой подход, ну, в принципе, к любому своему занятию, да, в данном случае к сочинению стихов. То есть получилось очень своеобразное поколение, для которого вот эта диверсифицированность поля, то есть то обстоятельство, что все пишут совершенно разными способами, находясь при этом в некотором едином пространстве взаимного притяжения и отталкивания, а не окуклившись каждой в своей группе, да, и не обращая внимания. Вот эта ситуация стала исходной априорной нормой. Чего до этого не было. И отсюда возникла очень характерная для поэзии 90-х манера формировать индивидуальную поэтику в качестве путем гибридизации далеко отстоящих друг от друга источников. Значит, поэтому я не могу быстро привести примеры. Но, в смысле, прочитать. Да, но если, скажем, кто-нибудь знаком с творчеством крымского поэта Андрея Полякова, то очень хорошо заметно, как, с одной стороны, оно все построено на отсылках к Мандельштаму, а с другой стороны, это Мандельштам, пропущенный через опыт концептуализма, через опыт приговора, через опыт постоянной травестию
мандельштамовских таких, ну как сказать, возвышенностей, травестию, которая не отменяет, не дисквалифицирует эти высокие материи, а ставит их под постоянный вопрос. То есть вот эти самые мандельштамовские какие-нибудь аониды с их зиянием, да, вот, как возможны они в сегодняшней ситуации после того, как искусство середины столетия, ну, как бы, в принципе, отменило такую вот, да, апелляции к этим ценностям, к высшим ценностям, понимаемым как безусловные. И вот такие гибридные политики стали, собственно говоря, основой для работы поколения 90-х. Значит, но, как вы понимаете, с 90-х уже тоже прошло почти два десятилетия. И вот тут мы вступаем в область, которая в гораздо меньшей степени концептуализирована и осмыслена. Да, то есть на вопрос о том, что произошло вот с этой логикой развития событий за последние, ну вот в 21 уже веке, да, я бы сказал, что нет готового ответа. Не только у меня. Почему? Потому что чем вообще обуславливается культурный перелом, или, если угодно, смена поколений. Ведь смена поколений – это же не арифметический такой вот шаг, да, прошло 10 лет – это свидание. Ну и что, что прошло 10 лет? Да? Почему не 9 и не 11? Смена культурного поколения возникает как ответ на некоторую я исхожу из того, что смена культурного поколения возникает как ответ вновь входящих в культуру людей на заметное изменение контекста. То есть в этом смысле, конечно, вот такое классическое раннеопоязовское представление о том, что внутри самого искусства исчерпывают себя некоторые возможности и требуют обновления. Конечно, это тоже есть. И, конечно, это очень важный сюжет, да? От чего в какой-то момент, так сказать, ну, не все, но многие, конечно, вот так больше уже нельзя. Уже это вот как бы, это все сделано, да? тут больше ничего не нароешь. Но вместе с тем, есть ощущение, что этого недостаточно, да, что это как бы механизм, который не мог бы обеспечить один, значит, вот такие как бы заметные парадигмальные сдвиги в том, что происходит. Поэтому, значит, я все-таки говорю про то, что как бы есть какой-то более широкий, приходящий из, как сказал бы Роман Якобсон, из смежных рядов, вызов, челлендж, на который, значит, как бы люди вынуждены отвечать, не могут не отвечать, но отвечают по-разному. И если для поколения 90-х таким челленджем был вот этот слом советского вот этого бинарного культурного устройства, значит, с делением на официальные и неофициальные, то для следующего поколения, которое вышло на авансцену, ну, скажем так, начало выходить на авансцену в нулевые, в середине нулевых, то есть лет 12-13 назад, и поначалу как бы так немножко это пробуксовывало, а потом постепенно, значит, интенсифицировалось, и к сегодняшнему дню мы имеем уже довольно сильное младшее поколение русской поэзии, родившееся в 90-е годы. Да? Значит, вот для этого поколения
формативным эффектом, главным челленджем, стало, понятное дело, интернет-среда. Ну, это довольно тривиальное соображение само по себе, да, как бы его легко услышать в разных местах и по разным поводам. Но стоит задуматься над тем, что конкретно это означает, что вытекает из этого, из того, что люди... То есть интернет появился раньше. Но раньше, в 90-е годы, в него приходили избирательно. То есть не все, а некоторые. И, как правило, люди все-таки, ну, в какой-то степени относительно хотя бы взрослые. И интернет был гораздо более, так сказать, таким полузакрытым клубом. А вот ситуация, значит, последних полутора десятилетий, ситуация, когда люди как бы, ну, рождаются с этим, да? Я совершенно другая ситуация. Значит, как это воздействует? Я не перечислил вам всего, но есть несколько, может быть, наиболее существенных, ну, как это сегодня видится, как это сегодня кажется, факторов и обстоятельств. Интернет очень способствует развитию горизонтальных связей, вообще вертикальных. В разных аспектах, в том числе развитию внутрипоколенческих связей в ущерб межпоколенческим. То есть никогда не было такой ситуации в культуре, чтобы для 18-летнего или 20-летнего автора преимущественным, приоритетным кругом общения и источником каких-то ценностных ориентиров служила среда его ровесников или тех, кто старше на пару лет. Ситуация совершенно новая. Потому что до этого любые каналы социализации вертикализовали. Да? То есть ты приходил к учителю, к руководителю этого объединения, к редактору журнала, неважно к кому, они все были старше, так или иначе. Пусть номинально, пусть на 3 года, да, но рангово старше. А сейчас нет. И это оказалось фактором, который начал работать на новую гомогенизацию. То есть на формирование внутрипоколенческого кайне, внутрипоколенческого общего языка. На котором этим людям друг с другом объясняться проще и удобнее. Но выясняется, что мера близости этих авторских индивидуальностей друг к другу может оказываться гораздо выше, чем, скажем, в поколении 90-х. Как следствие, выясняется, что из своих предшественников это поколение берет очень выборочно. Это, в принципе, как бы нормально, потому что механизм культурной эволюции, как вы понимаете, состоит именно в этом. У нас сидит в голове сакраментальная вот эта вот пухтинская, там, про то, что стоит Державин нас заметил, и нам кажется, что культурная эволюция устроена так. Старшие выбирают младших. Так не бывает. То есть они выбирают, но в долгосрочной перспективе ничего не решают и никому не интересно. На самом деле происходит обратное. Младшие выбирают старших. Приходят новые люди и говорят, так, вот этот почтенный старец, он нам свой. Значит, мы от него отталкиваемся, нам важно то, что он делал, мы будем это продолжать. А этот почтенный старец нам не нужен, извините. И это уходит в архив. Может быть, не навсегда. Это другой вопрос. Но как бы на этом этапе уходит. Заслуженно, незаслуженно, пустой разговор. Да? Его не выбрали.
для сегодняшнего младшего поколения в наиболее его осмысленной части набор старших авторитетов, от которых идет некоторое реальное влияние, оказался не очень большой и я бы сказал, не вполне ожиданный. То есть это не значит, что всех остальных сбросили с прохода современности, об этом речь не идет. Это значит, что есть множество почтенных авторов старшего поколения, здравствующих или покойных, к которым, так сказать, все относятся, так сказать, ну, не все, но большинство, со всяческим почтением. Но никакого момента наследования здесь не возникает. Вот круг авторов, от которых идет реальное наследование, оказался довольно узким и, я бы сказал, парадоксальным. То есть я бы сказал, что в сегодняшней ситуации вот для поколения 20-летних значит, ключевыми фигурами оказались Пригов и Драгомощенко. То есть я не спрашивал, почему не Гандлевский, да? Но почему не Айгин, не Некрасов и не Елена Шварц, это как бы вопрос совсем не такой простой. Но как бы эмпирический факт таков. То есть что это означает? Значит, с одной стороны, мы имеем Аркадия Драгомощенко как автора, настроенного на максимальную глубину интроспекции, на поиск далеких смысловых взаимодействий. Не то чтобы это была новость, да, значит, мы еще со времен Ломоносова помним, что поэзия — это сближение понятий далековатых. Но для Драгомощенко это как бы фундаментальный принцип. И вот эта интроспекция, переходящая в медитацию, дающая на выходе вот эту сверхдлинную строку, этот сверхдлинный синтаксис с очень громоздкими и медленными конструкциями. То есть некоторый метасмысл этой поэзии состоит в том, что мир — это структура очень высокой связности и большой глубины слоевой. В этом смысле Драгомощенко радикальнее, допустим, чем близкий к нему, но не настолько культовый для сегодняшней молодежи, допустим, Парщиков или Михаил Еремин, с другой стороны, которые, как сказать, которые не рассчитывали на этот масштаб. То есть для Парщикова вот эта сверхсвязность мироздания и его, так сказать, вот такая эшелонированность, многослойность — это место для игры, это место для вписывания себя в пейзаж, для определенной рисовки. Для Еремина, который при всем при этом пишет малой формой, только восьмистишиями всегда, вот этот как бы сама эта воля к квантованию этой реальности, да, к упаковыванию в такие малые форматы, да, выражает, опять же, волю автора к трансформации мира. Драгомощенко в этом смысле, может быть, в наибольшей степени позволяет вещам течь. И неожиданно встречает у младшего поколения как бы глубокое понимание. То, чем занимался Пригов, было, по видимости, прямо противоположно.
Да, потому что Дорогомощенко не случайно считался параллелью к Американской Language School. Из самого названия, которое понятно, что как бы делается ставка на язык и доверие к нему. Мета-идея Пригова, значит, это идея недоверия к языку. Язык дискредитирован весь. Все, что мы на нем не скажем, все будет неправдой. Возникает вопрос, что делать дальше. Значит, дальше вот как бы Пригов предлагает нам поиграть в метапозиции, значит, посмотреть на эту нашу собственную или любую другую чужую неправду, как бы с некоторой дистанцией, понимая, что у нас нет на самом деле никакой точки опоры под ногами, мы можем только как-то перепрыгивать быстрыми, разными способами высказывания, каждый раз обнаруживая их неподлинность, их неспособность схватить то, что действительно происходит. Выясняется, что вот этот метод тоже для младшего поколения оказывается чрезвычайно востребованным и актуальным. Вот чтобы было понятно примерно о чем я говорю, я прочту по паре текстов, может быть, каких-то вот этих младших авторов, и потом перейду к следующему сюжету. Вот смотрите. Значит, вот это вот такая у меня книжная серия под названием «Поколение». Титульным редактором, который последние 3 года является поэт-критико-филолог Кирилл Корчагин, одна из наиболее важных фигур в этом, ну, как сказать, в этом, он 80... толком года рождения, да, то есть это так, как бы человек на переходе поколения, ну, скажем так, старший представитель старший из нынешних младших. Значит, а вот эта конкретная, значит, девушка, значит, Дарья Сиренко, она 93-го года рождения. И это, значит, одна из наиболее заметных фигур в поколении 20-летних. Отчасти по тому, что помимо сочинения стихов, у нее есть еще, значит, такой как бы собственный культурно-социальный проект, в котором есть как бы толика искусства, есть толика активизма, есть толика политики. Это называется «Тихий пикет». Значит, она имеет свойство перемещаться по городу Москва с плакатом. Но не вот так с плакатом. И как бы на демонстрацию пошло, да? А просто человек, выходя из дома, значит, едущий, допустим, на работу, к себе на платье или на сумку цепляет, значит, такой небольшой плакатик, на котором что-то написано, все время разное. И это, как бы, в смысле коммуникативном, в смысле прагматики высказывания, совершенно другое, чем выйти с плакатом на Красную площадь, да? Ну и вот смотрите, вот допустим я прочту что-нибудь отсюда. Ну, например, вот это. И чуть-чуть потом пошло скажу о том, в чем будет фокус на вожде. Вдохновись, и если взглянешь в это зеркало, то потемнеет в височной доле, опрокинется платье, сшитое как мундир, скомканное в бою между шторой и шторой. В занавесе запутавшаяся оса, сожженный софитом смычок. Эвакуация из оркестровой ямы во время Нордоста. Девочка мучится за виолончелью, за скрипкой, за альтом. Зритель упраздненный во время чумы. И тот подсадная утка. Куда бы ни сел, в метро или в самолет, выходит на станцию раньше, меняет билет. Остается пропавшим без вести, но живым, проигравшим в РЖД лотерее. Я люблю тебя и хочу сообщить о том, что скоро увижу в подробностях твое лицо и лицо тирана, как будто вы одно целое, как это подло с твоей стороны, голубчик. Все остаются на своих местах. Вы в безопасности, в изоляции, как в саду во время грозы, за занавесом, воздушно-капельное оружие, поражающее насквозь.